такое? Сегодня мы своими руками будем тестить. Блять. Здорово. А, это зима настала, да? Все, одеваемся, утепляемся, греем ушки. И лысину закрываем. Сегодня что мы будем делать? О, интересная у нас вещь. Нашел я ее на сайте, на котором продаются всякие вещи. Никакой рекламы. Сам не вскрывал ничего, но по отзывам читал, что у людей что-то получается. Да? Как получится у нас, я знаю. Как она хоть называется, эта штука? Суши-мейкер. Кстати, не знаю, есть там внутри инструкции или нет. Возможно, мы сейчас просто охуеем. Она нахуй не нужна. Так. Набор для приготовления роллов Мидори, значит. Да, большие и маленькие роллы. Сколько она стоит, эта поебень? Треугольной в форме сердечка. Че тут, блядь? Одна черная хуевина, вторая черная хуевина. Анбоксинг совершен. Все, блядь, грязная, как вы знаете, что... Да, прям пахнет этим таким пластиковым Китаем. Это вот такие оглоебли, блядь, получится? Нет, ну тут есть разные, вот треугольные поменьше. И какие мы будем делать? Давай оглоебли. Оглоебли. Их проще. Да? Ну, чем меньше штука, тем сложнее ее вытворить. Да? Ох, точно. Вот так, ебок. 29.09. Лига чемпионов. Групповой этап. 22.00. Ювентус Челси. Второй матч. Лига чемпионов. Групповой этап. 19.45. Зенит Мальмё. Третий матч. Лига чемпионов. Групповой этап. 22.00. Бавария Динамо. И партнеры OneX дают очень высокий коэффициент на этот матч. А также по промокоду RED дается бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новичков. Не упускай свой шанс. Также пополнение без комиссии, быстрая регистрация в один клик, моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии. Ты что-нибудь понимаешь? Вообще не пизды. В тюрьму пойдешь нахуй вот с этой ложкой. Надо было купить еще обычный набор, чтобы сравнить. Какой набор? Ну, эту бамбуковую сеточку. Не осталось у тебя с прошлого раза, когда мы делали? Охуел, блядь. 4 года назад было. Блевали. Блевали, блядь, этим рисом нахуй, блядь. Как мы так обожрались, так что все обожрались настолько, что блевать пошли? Да я хуй знаю. Мы же не из-за сушей блевали, просто... Да там пиздец еще творилось нахуй. Я, блядь, проснулся, я охуел, блядь, это, блядь, так блевать, нахуй. Рис вокруг туалета, нахуй, там пизда была. Хоть я сначала думал, кто-то окатился, нахуй, блядь, и родил что-то, блядь, и не смог смыть, нахуй. Я просто не понимаю. Чтоб в пазы, блядь, входило. Ну, типа того, да. И борща сюда налил, блядь, и вот это, блядь, в тюрьме такие, наверное, были. Дрявые, да? Дрявые, нахуй, все. Ага, наверное, я хуй знаю. Так, ну давай попробуем. Вот у нас есть сыр творожный, да. Рыбка красная, вот оно, эти листы, рис сзади. Да, рис я уже сварил. Ну хуй ты встал, иди мой, блядь, огурец. Да, я бы и форму помыл бы, но в рот она ебалась. А хуй чем тут мыть, нахуй? Он что, мудя мою, блядь, вот этим шампунем, нахуй, и хуяк, нахуй. И той же мочалкой, блядь. А ты помнишь, как я у тебя ванну принимал, блядь? Блядь, это пиздец. Расскажи. Чебура такая была, опять пьянка, блядь, лютейшая была, когда у нас, блядь, полный состав всей команды, блядь, был. И этот решил принять ванну у меня со мной, блядь, да. Так, квартира была съемная, и там, ну, хозяева, наверное, вот так вот сделали, что вода, которая в стиралке, ну, выжималась, ну, и постирана, она, ну, в ванну спускалась именно, не сразу в канализацию, а именно в ванну. Ну, в общем, этот пьяный дурак, блядь, полез мыться, нахуй, а вот, блядь. А я всегда моюсь именно в ванне, набираю себе ванну, лежу. И тут смотрю, вода, блядь, грязнеет и грязнеет. Что ж я такой грязный или что такое? Оно, смотри, это жжжж, и как буль-буль-буль-буль-буль. А самое главное, уже вонять начало, блядь. Там же вся потнина, там может быть и рыготина ботаника в этот момент стиралась. Там что только не могло стираться. Хуй его знает. Носки, блядь. Ладно, блядь. Ты готовил хоть раз суши? Суши, да, но не такой штук. Готовил, ты же сам помнишь, я при тебе готовил. Я пьяный уже был тогда, не помню, если честно. А что, столько и все, и больше не надо? Мне больше не надо. Вот на такое количество, столько, она же, блядь, нихуя нужно как... Что? Да пиздец, на, вот этим мешать. Я думаю, уксуса мало, надо больше. А нахуя это? Надо, блядь, все в одной, бля, ковалки. Нахуярить этот шарик вот так, так сидеть, блядь, жрать. Я вообще полбутылки бы, блядь, ебанул нахуй, а половину в себя за сандалию. Давай еще добавим. Ебать! Заебись. Да это прям перебор сейчас будет. Ну ты, блядь, мешаешь, как, блядь, бабка инсультница. Ты, блядь, хуй знает, руки под хуй заточены только на.
чуть-чуть чувствуется. Он не должен чувствоваться, он для вкуса добавляется, для того, чтобы их лепить легче было. Вон он сейчас лепится, блядь, будет так. Мы и лепить не собираемся. Как дети снеговики, блядь, лепят, блядь, из грязи. Так. Ноги надо. Кровь. Так. Что ты делаешь? А, ты, блядь, уже жрать сразу. А делать кто будет? Взял лист из спорта. Вот. Так, смотри. Не влазит нихуя. А что, должен влазить? Да. Свой. Что, как, вот так, что ли? Во. Теперь сюда надо рисом. Бля, смотри, как у нас. Мы как молодая семья. Нам бы еще ипотеку, блядь. Надо еще. Давай, давай, хуячий. Не, не ипотеку, как когда молодая. Ну, слушай, ты куда такие столько нахуй? Да, нормально. Блядь, хуй, ебало порвешь. Все, нормально. А она должна... Она по-другому форму не закроется у нас нихуя. Так, тут нужно эту оглоебину, блядь, сделать. Да, дырку. Нифига ты не отлынивай. Ну, отрежь ты нахуй. Пенис свой, нахуй, 5-сантиметровый, блядь. Слушай, ты больно заморачиваешь, мне кажется. Да нихуя себе, надо же, блядь, по пиздатому уже сделать. Не надъебись. С первого раза нихуя не увидел. Ну, наверное, друзья, ребята, товарищи, комрады. Вот так вот я с такой вот оглоблей, не знаю, видите вы, нет? Оглоблей, блядь, говорю. Выебанкой. Выебанкой. Ну, ебаный рот, нихуя ты на мясорубил, блядь. Этим, блядь, это стрелы, блядь, Робин Гуда, блядь. Ты чё, охуел, меньше хуяч. Ну, потоньше, нахуй. Хрустеть должен. Спина у тебя хрустеть, блядь, под слоном. Охуенный. Ну, таким, блядь, ну, это оглобли, блядь. Самое сложное. Можно здесь, кстати, творожный сыр выкладывать. А, выкладывай творожный сыр. А я рыбу захуячу за это время. Пальцами распределяй. Да нахера, я в жопе ковырялся, бля, как мартышка. А я помыл руки перед тем, как садиться, блядь, готовить. Тоже помыл, но я не буду руками. Это ты привык, у хозяина с рук есть. А плов хороший я носила, тебя с подружкой пригласила. Ты плов умеешь делать? Умею, умею. Ну еще скажи, что хуйня, блядь. Я ни разу не ел. Пизди, блядь, больше. А где я ел твой плов? А где ты ел мой плов? Вот эту хуйню сгоревшую, это не плов, это каша рисовая была. Когда? На пятницком? Она рвала всех, уже и забыл. Последний раз ел, блядь, говорил, еба, вкуснятина. Я в сопли был. Так, что, теперь закрываем. Я думаю, нихуя не получится. Да, почему? Ну, потому что вот, все, оно не прижимается. А как? Почему не прижимается? Подожди, у тебя руки с жопой, блядь, точно, нахуй, что-то не то, нахуй. Мало рис, он еще объем не должен. Смотри, какой тут полукруг. Похуй, давай плоскость закроем. Сильнее, да и что ты а как... Он здесь топор стоит. А, да? Да. Уже как-то. Кстати, знаешь что? Хуй его знает. Так ее резать надо. Надо. Только она не прилипла нихуя. Давай сюда. Сыр, ебанем еще. Не-не-не. Уксусный раствор нам надо сделать с водичкой. Тебе надо, ты и делай. И что дальше ты будешь делать? С пальчиками. Ага. Своими, чтобы в жопе ковырялся. Я только что мыл. Ага. Ну так. Оп. Еще раз прижмем. Да уже рвать тянешь, ты их облизываешь уже эти свои пальцы, блядь. Сейчас вторую сделаем шире. Ты понял, насколько больше надо ее делать? Да у ты нас сейчас половина. Это, блядь, это такие да, хуёвины, да. Блядь, будут. Это ну ж... ладно, другую форму кое-что. Давай вот маленькую блядь. Возьмем. Квадратики, да. Давай, разрежь ее. Сосису эту? А то нож не режет. Да иди ты нахуй, блядь. Все он режет, блядь. Знаешь, ты самый голимый нож, блядь, взял нахуй, себя из дома привез. Твои ножи, ты напалам. Ты посмотри, что за хуйня у тебя выхвалит, блядь. Что? Человек всех переебло. Да ебись она нахуй, блядь, а где я тебя возьму? Иди вон в посудомойке возьми нормальный. Или где он? У тебя есть где-то нормальный нож? Блять, это не лезь. Блять, как дал бы нас, сука, куда он делся? Хороший нож? Благодать какая-то. Да. Это вот он хороший нож взял. Давай еще один кусочек. Изговняем нахуй, заебись, рыбу порезала. Он еще хуже. Хоть как-то режет, блядь. Ну это потому что ты, блядь, налепил говна ебаного. Ну все, кушайте. Как в лучших ресторанах, блядь. Чё, заебись. А с этой стороны неплохо выглядит. А? Ну-ка, дай. Попробуем? Конечно. А ты сразу три бери, нахуй, не ошибешься. Нормально. Рыбу надо больше класть. Такое количество риса. Повар был пьян. Ой, как прошел кусок, нахуй. Ты куда так лупишь-то? Я с голодного края приехал к тебе. Ты у меня пол холобоса съел. Не надо останавливаться на достигнутом. Надо же понять, чего не хватает. Надо рыбы больше, а тут точно. Но рис смачивать надо. Нет, рис должен быть горячий. И в нем воды должно быть достаточно, чтобы оно само закрывалось. А когда рис становится холодный, смачивают вот так вот. Нахуй ты все пальцы свои излизал, сейчас будешь трогать. Пойду помою еще. Так, давай квадратик. Сюда нори, наверное, половину надо. Нас нахуй убьют за эту хуйню заготовку. Так, ты забыл? Мы обычно, когда такую хуйню делаем, мы всегда виним производителя вот этой хуйни. Так я, блядь, вот хуя тащил. Ну ты сам, блядь, руки не помыл, нахуй. Я хуесь это буду, нахуй. Хоть трепак от тебя понимаешь какой-нибудь, блядь. За тобой, блядь, приехали, блядь. Чё, распределяй хули на совместную работу. Я нихуя не вижу, чё я делаю-то, блядь. Концом макни сюда, блядь. Я могу. Хочешь своей этой, блядь, Филадельфии налажу. Всё.
Ну что, дальше не знаешь, что? Гурец ложи. Пиздец. Сыр хуя. Блять, реально легче вот по обычному. Не засунул. Пальцами. Да не буду я пальцами нахуй трогать. Почему? Ну я уже потрогал свои. Я не буду нахуй. А ты пельмени когда... Подожди, а когда я тебе чебуреки лепил вот, блять, неделю назад? Все было заебись. Какие нахуй чебуреки? Ты че, ебнулся что ли? В смысле? Чебуреки сидели вместе. Их егерь лепили, готовил нахуй. Я твои штуки эти не трогал нахуй. Я лепил их. Я-то не трогал, который ты делал. Схуяли. С рояля, блядь. Как я тебе, блядь, так нахуй? На тебе и сам пальцами хуяч на вот с ложки, блядь. Ну хорошо, эту, блядь, свою хуйню, блядь. На, подвинь, блядь, сюда вываливается все. Ёбаный в рот, блядь. Да это ебаная система. Да конечно, нахуй, конечно. Сам палец о палец нахуй не ударил, чтобы хоть что-то получилось. Ну, сметаны свои, блядь, нахуярил. Вот зачем ты, блядь, ты ее всю испортил? Каким, блядь, образом? Ты пальцами вот в эту хуйню лез и зашибал. Блядь, значит, сам и съем. Да что за форшмак, блядь, на зоне или что? Да. Пизда, нахуй. Ну хуя, хуй знает, ты их, блядь, все излезал, я не хочу. Да хуя, вот ты представляешь, повар, блядь, будет сидеть пальцем. Да какой повар, блядь? Помолчи, блядь, смотри. Ты вот своими руками блюешь, блядь, в тарелку и ешь это сам после этого. Вот так вот все, блядь, оближе. А тут мои чистейшие, блядь, руки. Ну и что, немного слюны. Мы с тобой по пьяни сосемся, блядь. Минутами, нахуй. А тут я, блядь, палец облизал, он жрать не хочет, блядь. Ну иди нахуй, блядь, я сам все съем. Соси, блядь, сопли твои, блядь. Нахуй она надо. Блядь, в сыре, блядь. Гандон, блядь. Что это, блядь? Нахуй хоть рыбу не трогай, блядь. Что? Оттуда, ёлка, ебать! Не закрывается нихуя. Хуй знает, нахуй я столько-то риса. Я чё виноват, да? Нахуй ты столько риса туда положил? Да нори мало. Давай знаешь, как сейчас сделаем? Ты мудил с Нижнего Тагила, блядь. Вот бери её вот так и ешь теперь. Кукуруза, да? Охуенный роллмейкер. Вот, а после этого, блядь, что напишите, что, блядь? А ты сейчас скажешь, Володь, будешь? Нахуй, блядь? Будешь? Да нахуй, нам не надо, блядь. Дай еще пальцы твои обсосу, блядь. Давай я обычной бамбуковой хуйней сделаю тебе, блядь, красивый роллмейкер. Какой нахуй бамбуковой хуйней? Где ты ее, блядь, нашел? А неплохо. Да, конечно, нахуй. Блять, взял, кинул нахуй, все к сыру теперь. Володь, я недоволен твоим поведением. Это я, блядь, твоим поведением недоволен, блядь. Что там делаешь? Мою хуйню эту. Я понял все. Угу. И сейчас готов тебе предоставить идеально приготовленный ролл. Давай. Я знаю, почему у тебя не получается. Аппарат хуйня. Что ты пальцы свои облизываешь, они скользкие становятся. Так у нас же этот, инфекция ходит, блять, а ты без маски, без перчаток. Заебал, я тебе готовлю, а не в ресторан. А я что, хуже, чем ресторанные люди, что ли? Да. Теперь огурец. Огурец облизывать будешь, нет? Буду, но всему свое время. Я говорю, хуйком ты ебани хоть раз, блять, как по пизде волочит, а? Это ж ебаный в рот, нахуй. Она у тебя хуй закроется. А ты концы оближи и заверни сигарету и выкури, нахуй. О, блядь, пиросина. Почему он не закроет? Сейчас увидишь. Закроется то, что... Отсосу тебе, ебаный рот. Если что, работать, так сказать. Какое сосать? Это, блядь, не знаю, в аду, наверное, вот этим не кормит. На рыбу обсосяшь, с костями хуяч так, блядь, на жористе. А ты точно дзен поймал-то. Сильнее жми. Прям ногами вставай на нее. О! Режь, давай. Ну, это у тебя что, хуяйки-наки, да? Да. Облизаки-паки? Да. Ну, за сколько ты продал бы? Тебе нахуй? Нет, нахуй она надо. А мы что, бизнес открываем или что? Конечно, что это за вопрос-то, блядь, ну, бизнесмены без пяти минут. Я не понял. Только бы ролики вот это не смотрели, как ты пальцы себя облизываешь. А то у нас потом что, хуйчу купим. Все. Жрать подано. Ну покажи хоть это. Ёбаный в рот. Ай, тануки нахуй уходили в Якиторию нахуй. Ну в общем, ты какую оценку даешь данному агрегату? Да пиздец. Пятерка? Нет. А что? Это прям залупа конченая. Конченая? Это разводняк. Но, да, да, это даже так. Вот разводняк для людей, которые думают, что нихуя не умеют. Потому что этой штукой делать сложнее, чем просто бамбуковой этой, блядь, состочкой. Попробуешь хоть? Нет. Почему? Зрители не простят. Не обижаешь. Пошел ты нахуй, блядь, козел, блядь, обижай. Ты меня, блядь, обижаешь, блядь. Иди нахер, блядь, вот я и есть. Ты хуйню. Я тебе, значит, в жизни больше ничего не приготовлю, понял? Да и хуй его с ним. Ты жрёшь, когда ты мне горшочки сделаешь, нахуй. Какие нахуй горшочки, вот, блядь. Вот пошел нахуй, знаешь, после этого. Вообще, не проси больше. И в рот она ебалась, нахуй. Объелся, блядь, хуй, до смерти. Не будет тут готовить. Ты токсичный урод. Ты, блядь,
пальцы нехуй облизывал. Тебя попросили, блядь. Я не могу. Пошел нахуй. Свои горшочки в жопу засунь. Вот эту муру, блядь, ебучую. Шашлык тоже? Шашлык тоже говно. Мухтар блевал, блядь, шашлыком твоим. Говорит, не дожарили. Я пьяный был, мне похуй, я ел. Я вообще, во-первых, когда мухтар был, я его и не делал. Как? Я тебе даже могу ролик показать. Ты говоришь, ну как я шашлык пожарил? Я его пожарил, я его не готовил. Ну, мне же это был сухопной шашлык. Че его там жарить, блядь? Ебать, я тебе пельмени наварил, Володь. Целуй мне руки, нахуй. Это не считается. У тебя последний шанс. Пошел нахуй. Шоколадку тоже один жри, я тебе серьезно говорю. Какой? Я на тебя обиделся, нахуй. Еду нахер не буду я. Если ты не съешь эту ролину, я не буду сниматься больше ни в твоих роликах, ни в чем. Не нахуй, блядь, я не могу, я заблююсь. Почему? У меня я не могу, я брезгую. Да что такое? Вот так ты брезгуешь, блядь. Вот так. Блять, не буду, блять, вообще. Я лучше, блять, с тобой общаться в жизни не буду. Я съешь эту роллингу? Я нет, конечно. Ты меня меняешь на эту маленькую роллингу? Если я ее в рот засуну, начну глотать, я подавлюсь насмерть. А предыдущую почему жрал? Я их абсолютно так же делал, блять. Да. Я там раскладывал. Я и огурец раскладывал, и рыбу раскладывал сам. Ну а как огурец ты, блять? Огурец, ну тут никак не порежешь, нахуй, по-другому. Ну ты, блять, залезал свои пальцы на это. Тумач, ты сам посмотришь. Это жесть какая-то. Жри давай. Тварь. Я есть. Ты очень брезгливый. На кухне так нельзя. Такой человек. На все части блюда. Вот если бы я не видел, нахуй, я бы ел. Ну не могу я чисто психологически. Я что, виноват, что? Нет, сейчас давай обхуяриться. Там хуйню я дома будет. В общем, друзья, какой-то... Нахуй. Мы все сами увидели. Подписывайтесь, ставьте лайки. У нас в описании находятся ссылочки на Инстаграм. Переходите, подписывайтесь. Там иногда бывает что-то интересное. Интересно.